И в этом видео я хочу вам показать, что можно сделать из обычной, сгоревшей, ненужной уже лампочки. Для того, чтобы сделать нашу самоделку, нам нужно сейчас выломать цоколь и вытянуть все внутренности с нашей лампочки. Не забывайте использовать защитные средства, такие как перчатки и очки. Вот и все. Далее я буду использовать резьбу на 16, которая четко входит в наше проделанное отверстие в лампочке. Я сделаю посередине отверстие на 5 мм сквозное, отрежу где-то 20 мм резьбы и вкручу ее в лампочку. Вкручиваем нашу резьбу. Она четко заходит. Все, она уперлась в внутреннюю часть. Данная резьба служит как радиатор. Она забирает на себя все основное тепло, тем самым не дает распространяться большой температуре на сам корпус нашей самоделки. Далее мы будем зашлифовывать край лампочки и устанавливать ее на декоративную подставочку. Будем приклеивать немножко под углом. Сейчас буду заправлять нашу самоделочку специальной жидкостью для бензиновых зажигалок. Вот я наполнил жидкостью нашу лампочку. И далее я вставляю фитиль для зажигалок. Я делаю так, чтобы немножко он показывался, для того, чтобы не было большого пламени. Вот такая самоделочка у нас получилась, на такой красивой подставке. И сейчас испробуем ее в работе. Дорогие друзья, ни в коем случае не рекомендую вам использовать данную самоделку у себя в доме, либо в квартире. Такую самоделку использовать нужно только на открытых местностях. По той причине, что если вы ее нечаянно где-то уроните, либо лопнет стекло, то может быть пожар. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Вот так работает наша самоделочка. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть мои остальные видео. Всем пока!